Ну, залазь. Давай. Давай быстрее залазь. Конечно. Глянь. А куда же он залезет? Макс, залазь. Глянь, он уже полчаса давай. Как пытается залазь. Тебе достучаться. Скорее, глянь, банан. Глянь. А там ничего нету. А ты не оставила банана, да? Нет, конечно. Глянь, что делать? Одни смотри. Шкурки. Да. Ты посмотри, как он хочет. Бурный. Да. Так я же смотрю, на тебя лезет. Я пошел, взял камеру, а он все равно залазит. Они тебя окружили. Ну. А он что, пахнет, что ли, бананом? Конечно. Запах. А ну будет шкурку он есть? Нет? Марсик, ты этого хотел, что ли, да? Ну и что ты будешь с этим делать? Пошел. Я зачем ты ко мне? Ты что, мне несешь? А знаешь почему? Потому что, глянь, я в желтых шортах, и он мне несет банан. Он думает, что я папа этого банана. Ну, что, ну да, что видишь, что бананы с меня растут. Вот. Ух ты, это вроде не царапает. Поцарапал, да? Не, он не царапает, просто как следы все равно. Он надавил. Еще надо, еще надо. А, ну да, ему еще. Ну давай, давай. Ну, конечно. О, несет. Ты посмотри, хозяйственный какой, да? Ну он же завхоз, а как ты хочешь? Он же... Ради себе дал. Ух ты какой. Марсюшка, не съем, но хоть надкушу, да? Ну да. Он его облизывает. Угу. А это тоже не знает, что делать. Пошел опять к тебе. Ну нету, все. Гай. Вот ты какая, а? Что? Ну, не ты... поделилась, да? Нет, не за то. Ну ты ж не знаешь Марсика. Ты же знаешь его давно уже. Ну, ты да. Вспомнил, к тебе в кафе приходил за пирожками. Ну, приходи. Ну, чего-то он хочет. Ну, да, печенье. Ну, конечно. Ну, конечно, печенье. Да, конечно. Ой, прости. Ну, все, теперь уже он. Вот и все. Там у тебя целая пачка печенья. А самого ты думаешь, мало. Вот это ему нужно? Да это ему не нужно. Это он печенье себе зарабатывал. Да. А это он, глянь, раздирает на кусочки. Неси, Рада, неси мне. Рада? Рада, неси. Неси мне. Давай сюда. Неси. Не хочет. Нет, она просто не умеет. Надо ее приучить. Марс, неси назад. Вот, сейчас она тебе принесет, смотри. Зови ее. Неси, Рада, неси мне. Нет, Радочка, не бросай. Банановый, неси мне, принеси, пожалуйста. Ну вот смотри, я уже, видишь, как беру. Вот я несу, вот Кате. Кате несу. На, я тебе принес, видишь, вот. Так, и ты тоже. На. Дай ей, пошли. Скорее. И тебе, держи. Все. Рада. Ну вот смотри, как вот попросили, ты несешь бананчик. На, Катя, бананчики. А мне печенюшку. Давайте. Тебе побольше. Ох, какая печенюшка. Поделишься с ними. Ну а как же. Вот и печенье заработали, да? А ты еще то не съела. Ах ты какая. Все, нету. Все, нету. Много нельзя сладкого на ночь. Нельзя. Умные, да, хорошие. Ну, он, видишь, и перестал уже все к тебе лезть. Потому что получил то, что хотел. Ну, да. Ты же знаешь, что Марсик печенье обожает. Ну, давай. Садись. Вот так вот. Это моющая масса. Ты такое не будешь кушать. Марсик пошел дальше продолжать. Дальше хозяйничать. Попрошайничать. А ты расти такой вот девочкой. Видишь, ты у нас культурненькая, не попрошайничаешь. Тебе дадут, ты скромненькая. А Марсик такой усердный. А Марсик он взглядом выпросит. Попробуй ему не дай. Угу.
Рада она. Дадут ей хорошо, не дадут. Ну и тоже хорошо, да. У нас девчонка такая вот. Только не сглазит только ее. Ну все, видишь. Вот он и добился своего. Вот так я еще давно, 3 года назад, вот здесь сидел на диване и начал конфетой, ну, вот оберткой шелестеть. А он ко мне прибежал и смотрит на меня так. Услышал из другого этого, из гаража услышал, прибежал, дверь была открыта на звук. И я снял ролик, он называется «Марсик и конфета». И на него много просмотров. И он, собственно говоря, и начало, можно сказать, вот деятельности Марсика на канале. Это вот началось с этого ролика, что французский бульдог Марсик и конфета. Я почему это говорю? Может быть, кто-то из подписчиков найдет этот ролик, посмотрит. Это дебют Марсика. Я рекомендую. Вот он там просто нашелись бумаги, как он реагирует. Вот. А здесь, видишь, у него печенюшки лежат. Вот он теперь, он опять просит. Ну дай ему еще маленький кусочек. Это потому, что мы вспомнили. Смотри, ты когда даешь, глянь, сейчас у него попа приподнимается. Гляди, ну-ка давай. Это же прыгнуть. Ну он аж напрягается, когда Мирка, она хвостиком крутит. А это, дай мне еще одну печенюшку. У нас существует справедливость. Конечно, Мирочка там, а мы тут, там и Мирочка, и Мирочка. Мира. А где Лирик? Лирик! Лирочек. Иди. Марсик, тебе уже давали. На, Лирик.